Во втором по значимости дивизионе российского мини-футбола, высшей лиги, стартовали матчи плей-офф. Московский «Спартак» при переполненных трибунах в первой четвертьфинальной игре одолел на домашнем паркете безоговорочного победителя Восточной конференции команду из Кемерово «Корпорация ОСИ» со счетом 2-1. «Алмаз Алроса» по сравнению с красно-белыми сделал куда более весомую заявку на выход в полуфинал. «Мирницы» разгромили «ЗИК» из Екатеринбурга со счетом 9-2. Команда нас полностью превосходит по всем компонентам футбола, включая обращение с мячом, техника, тактика, быстрота мышления, скорость. По всем этим компонентам мы просто сегодня уступили. Остальные результаты первых матчей плей-офф на ваших экранах. Напомним, что в отличие от Суперлиги, здесь в каждой серии на вылет команды проводят по две игры. Кто победит в битве Востока и Запада, узнаем совсем скоро.